этом видео я расскажу вам про стойку под кресло с подвижной платформой от производителя Springfield. Компания Springfield производит судовую мебель, и она хорошо себя зарекомендовала на мировом рынке. Давайте более подробно рассмотрим эту стойку. Верхняя основание, оно съемное, фиксируется на самой стойке с помощью вот этого барашка. Мы его откручиваем и можем снять платформу. Стойка и основание неразъемные, выполнены из анодированного алюминия, который не боится коррозии. Диаметр основания 229 мм. Есть 6 отверстий для монтажа. Платформа подвижная, то есть ваше кресло может двигаться либо вперед-назад, либо вправо-влево, в зависимости, как вы ее установите. Высота всей конструкции 457 мм. В завершении хочу сказать, что данная стойка относится к классу АД, то есть может быть установлена под место водителя.